Всем привет! У меня сегодня новое видео. Сегодня хочу рассказать вам о том, что я купила на рождественских скидках. Обычно у нас скидки рождественские начинались раньше, где-то числа после 27 декабря. Сейчас уже где-то 5 лет, примерно 5, может быть 7 лет, скидки рождественские начинаются раньше. Где-то уже за неделю до Рождества. Таким образом, очень многие люди покупают какие-то вещи по скидкам уже даже до Рождества, чтобы потом их на Рождество подарить. Ну, скидки маленькие, где-то процентов 20, где-то 30, но приятно, приятно. После Рождества начинаются более основательные скидки, 40% и 50%. В общем, кое-что я купила, естественно. Я не могла не купить. Запаситесь чаем, либо кофе, либо тем, что вы любите пить. У меня, например, здесь помощник номер один в сегодняшнем видео. Это моя чашка. Филин. И там вода. И еще второй помощник для создания атмосферы. Это вот такая вот свечка от Джо Лавс, которая называется Christmas Trees. Очень классно пахнет, знаете, какими-то такими немножко палеными деревяшечками, вот, и как-то так сладковато, очень-очень классная свечка, но я ее держу впереди себя, чтобы ее контролировать, чтобы с ней все было хорошо. У меня есть желание сегодня с вами поговорить, рассказать вам много всего интересного, я надеюсь, что вам будет интересно, поэтому видео, скорее всего, будет длинное. Давайте приступим покупкам. Кстати, пишите мне, если вы что-то купили, что-то интересное, хотели ли вы что-то. Может быть, вы зачем-то гонялись, но что-то не смогли найти, либо уже гонялись-гонялись, а его уже раскупили. Пишите, мне интересно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, это бесплатно, а мне очень-очень приятно. И давайте делитесь комментариями. Все, что у меня здесь, я все это подпишу. То, чем я накрашена, тоже подпишу. Единственное, вот этот лак. Я не могу... так как это лак вот такой вот от Эсси, и здесь стерто название, но я точно помню, что этот лак, его сравнивали с Big Apple Red от OPI. Короче, я сама найду название и, конечно же, его тоже подпишу. В общем, давайте начинать. Первая вещь это такая вот совершенно неожиданная вещь. Я ее купила с рук, но она была новая, она была в коробке, она была в целлофане. И я ее купила так вот, знаете, рискуя, потому что все-таки вещь не новая. Ну, в смысле, она новая, никто ее не пользовался, но сам этот продукт, он уже не нового выпуска. Я сейчас говорю о вот таком вот аромате, да, Aqua Allegoria. Я знаю, что я про нее много всего рассказывала. Сейчас все объясню. Это вот такая вот штучка Tutti Kiwi. Я даже не знаю, зачем я вот смотрю, как это называется. Я знаю, как это называется. Более того, я знаю этот аромат прекрасный. Прекрасный этот аромат, зеленый, вот такой, как мне нравится. Хотите на него обзор? Сделаю обзор. Но я не знаю, насколько он будет актуальный, ведь этот аромат уже очень давно уже не производится. И его на eBay можно еще найти. Но цены на него просто драконовские. Короче, этот аромат вышел еще в 2005 году. Это старый-старый-старый аромат. Жан-Поль Герлен его сделал. И, в общем, зеленчак. Такой, знаете, терпковатый. Очень красивый зеленый аромат. Все, как мне нравится. Тут и цитрусовость есть. И... Ну вот киви, на самом деле, если вы ориентируетесь на название, хотите киви, да, то ну, это не тот аромат, где есть прям вот тонна-тонна киви. Он здесь есть, но этот аромат, хоть и называется Tutti Kiwi, но он все-таки не про киви, он все-таки про зеленость, про такую вот, знаете, весенность, такое вообще есть. Короче, про весну, когда вот цветет, распускается, зеленеет трава. Именно не цветочные аккорды, а вот такие вот зеленые. Очень-очень-очень классный аромат. Я его купила, он у меня был вот в целлофане, он у меня был в коробке. Вот. Вот коробка. Я пробила, кстати, по бейдж-коду. Аромат 2005 года, этот был сделан в 2006 году, в начале. То есть ему уже реально-реально много лет. Я бы не рискнула его брать, если бы он стоил дорого. Он стоил 20 евро. С пересылкой мне обошлось это в 26 евро.
Я немножко так думала, а что же мне придет? Придет ли мне этот аромат в достойном виде? То есть, ну, мало ли, все-таки аромат старый. Я не знаю, как его хранили, поэтому там еще было несколько ароматов. Там еще была Анисия Белла. Но я бы ее не купила в любом случае, потому что с Анисом у меня вообще никак не складывается дружба. Были там еще, кстати, инстаны от Герлен. Был вот в старых, прям в старых флаконах. У меня такие тоже есть. Я могу, кстати, ревью на свои инстаны как раз в таких флаконах вам сюда вот вкинуть под это видео. Был еще ветивер от Герлен, тоже запечатанный, еще там что-то было. Ну, короче, меня интересовал только вот этот. Я его и купила на барахолке, на нашей финской. Все это мне пришло за 2 дня. Все классно, аромат шикарный. Аромат такой, как я его помню, как я его знаю. Вот тогда даже он мне зеленым показался, таким прям таким чисто зеленым красивым ароматом. И я его купила, потому что цена просто сказочная. 20 евро это вообще очень-очень мало. За 75 миллилитров это вот прекрасно просто. А стойкость у него такая, какая есть. Моя основная, ну, не то что претензия, потому что предъявлять претензии к ароматам, это такое, знаете, аромат вам может ответить. Но цена и качество, не само качество, а стойкость. Когда я плачу за аромат, там, 120-130 евро, у нас они стоят, ну, вот, по-моему, 129 евро, когда вы платите 129 евро за аромат, вы хотите, чтобы он был стойкий. Ну, как бы это нормально, потому что это все-таки 129 евро. Когда за аромат вы платите 20 евро, ну, стойкость, она не так важна, в принципе. Потому что у вас есть этот аромат, вы можете всегда эти пшики повторить. Ну, то есть, конечно, я бы за него не заплатила 129. Я бы за него не заплатила ту цену, которую за него хотят на eBay, а там я даже видела по 160 евро. Но вот 20 вспомните, потому что я этот аромат хорошо помню, он мне всегда нравился. Но, опять же, я его никогда не купила, потому что по скидкам я его никогда не видела, а без скидок, мне кажется, он не стоит этих денег. В общем, это первая моя покупка. Вторая моя покупка. Я все-таки сдалась. Я сдалась, я купила себе вот такую вот маленькую бабу. Такую маленькую бабу, 30 мл. Она, конечно же, в красивейшей коробке. Вот такого вот зеленого цвета, мятного. И вот такая вот баба. У меня был выбор, взять ли мне вот такую бабу, взять ли мне бабу интенсивную, та, которая с градиентом, или взять ли мне две. Я что-то подумала, что, наверное, две мне не нужны. Вот этот аромат из двух баб мне понравился больше. Мое сердце навсегда отдано бабе классической, причем в туалетной воде. Баба, которая классическая, которая классик, так и называется, мне кажется, она самая лучшая. Да, там тоже, кстати, есть анис, который я не очень люблю, но его как-то там очень мало, и он так хорошо очень запрятан за всеми другими ингредиентами, которые там просто сногсшибательные. Вот. Ну, в общем, решила я купить себе вот эту штуку, тем более, что она была с 50% скидкой. В общем, я довольна. Я так иногда ее пшикаю. Вот. И, кстати, она людям тоже нравится. Я ее уже выносила в люди, выходила я в ней. В общем, все хорошо, все круто. Потом была у меня скидочка, которую мне прислал один магазин, в котором я, кстати, золотой клиент. Что значит золотой клиент в магазине, именно в этом? Это значит, что скидки для вас, рождественские или на день Ивана Купала, у нас там два больших скидочных таких ивента в год. Это скидки рождественские и скидки на Ивана Купала. В общем, скидки рождественские и скидки на Ивана Купала начинаются на день раньше. Ровно на день раньше. Если для всех они начинаются, например, рождественские 26 декабря в 9 утра, то для клиентов золотых в магазине они начинаются в 9 утра 25 числа. То есть в 9 утра 25 я была на поготове, я была уже там, знаете, там с чаем. Кашу, по-моему, я ела кашу с арахисовым маслом, да. Короче, вот у компьютера и искала. И
Тоже у меня была скидка. У меня была скидка из этого вот магазина, которая заканчивалась 24 числа в 12 ночи. Я ее хотела спустить на Джо Малон, потому что Джо Малон без скидок я его не советую покупать. Мне очень нравится английская груша и фрези. Это мой самый любимый у них аромат. Я ничего подобного в других ароматах, в других брендах не видела, не знаю, не нюхала, не тестировала. И я считаю, что вот именно за этот аромат стоит отдавать эти деньги. Но, тем не менее, 65 евро, на секундочку, за 30 миллилитров. Это, ну, как бы, там есть разные. Там есть 30 миллилитров, там есть 50, и там есть 100 миллилитров. Но все-таки это 65 евро. Поэтому, когда есть скидка, а скидка была, кстати, 25%, я... Признаюсь, так думала над тем, чтобы купить еще что-нибудь. Английская груша и фрези у меня есть еще помгранат нуар, еще есть три вот такие вот небольшие версии. Поэтому я думала, и что-то я как-то, знаете, задумалась сильно. И, в общем, скидка эта у меня перестала действовать. И не зря, потому что я купила на скидках вот такой вот аромат. Это жасмин самбак и мариголд, интенсивный колонь, который у них в черных, очень собирающих все отпечатки пальцев флаконах. И я его покупала через интернет. Я даже его, знаете, вот прям вслепую посмотрела, жасмин самбак берем, потому что жасмин мне нравится. Я его взяла, потом же, когда я пошла в магазин, я увидела, что еще есть тубероза ангелика, по-моему. Тоже мне понравился, но на сайте не было его. На сайте был только этот и еще там несколько других, которые мне были неинтересны. Короче, мораль сей басни, чего я вам так долго это все рассказываю, что за цену, которую я бы заплатила за аромат 30 мл, я купила вот этот аромат на 50 мл. В общем, очень-очень им довольна. Кстати, он пришел мне в очень красивой коробке. Сейчас я потрачу еще ваши несколько минут и расскажу еще одну историю о коробках. Вот такая вот, ну, обычная стандартная коробка Джо Малон, которую вы знаете и 100 раз видели. Вот такая вот штучка и, значит, здесь такая вот черная веревочка. Классическая история для них. У них всегда так упаковывается. У нас, наверное, это был... Я не помню, какой это был вот день. В ноябре. Что-то было это в ноябре. Какая-то была скидка. А, да. На 22% была скидка, когда в магазине убрали вообще все налоги. То есть вы что-то вы могли купить, не оплачивая налог именно вот в этот день. И я... купила себе 50 миллилитров лимитированное издание английской груши Эфрезия в таком вот флаконе. Но он был такой рифленый весь, очень-очень красивый рифленый флакон. По-моему, он у них называется флют. И он есть на сайте. На сайте вы можете пойти посмотреть. Пришел мне этот флакон, я очень была довольна, я открыла коробку и... Я подумала, что они ошиблись, что они мне вложили тестер, потому что этот флакон, вот представьте вот этот флакон, но прозрачный. Ну, потому что английская груша и фрези, она в прозрачных флаконах. Значит, этот флакон, но он в таком вот зип-локе, зип-локный такой пакетик. Зип-лок это вот такой вот целлофановый пакетик, в котором такая штучка пластмассовая, которую вы так прижимаете между двух пальцев здесь и здесь. Вот так проводите, и она закрывается. Ну, короче, вот этот вот зиплок. Так вот, в этом зиплокном пакетике вот аромат Джо Малон в зиплокном пакетике. Где я покупала этот аромат? У нас Джо Малон в Финляндии можно купить только в двух местах. Его можно купить в Стокмане, и его можно купить в магазине Сокос. Я покупала в магазине Сокос. И тот магазин, это большие универмаги, в общем... Там, естественно, никаких нет подделок. Там единственное, что может быть люди... Я о том подумала, что, может быть, люди как в, ну, на складе, которые упаковывали, они ошиблись и вкинули мне тестер в попыхах. Потому что вот мне это все пришло в пакете.
просто в пакете, без коробки, без ничего. При том, что раньше, я помню, это все приходило в коробке еще в пакетике. У меня, кстати, так пакетик один и есть. Сейчас они, кстати, отказались от пакетиков. Я им написала, спросила, не прислали ли мне случайно тестер. Они, конечно же, ну, те люди, которые там работают в колл-центре, они были чуть-чуть так ошеломлены. И они связались с теми людьми, которые упаковывают. И сказали, что нет, им пришел этот бэч вот этих флютов. И они все у них пришли в пакетиках. То есть вот это вот не пришло. Пришли только вот эти флюты. И я, в общем, не то, что мне нужен этот, эта коробка. Но как-то, знаете, как-то мне было как-то странно, знаете, потому что все-таки Джо Малоун, мы все знаем о том, как Джо Малоун относится к своим клиентам, они очень красиво упаковывают, они очень красиво это перевязывают, душат всегда это пакетики, тут мне это все приходит в зиплоке. Ну, чуть-чуть, я могу сказать, мне это так нарушило всю магию раскрытия подарка, и, в общем, короче, я его отправила назад. Отправила я его назад, и мне отдали сразу же деньги. В общем, короче, я была без Джо Малоун. И, в общем, вот эта вещь, за которую я по итогу заплатила меньше, она мне, ну, как бы вот компенсировала. Компенсировала очень вот мой неудачный опыт. Кстати, я еще писала и в поддержку Джо Малоун. Я хотела просто не то, что удостовериться, не то, что я не верила магазину. То есть мне даже в голову не пришло, потому что я знаю, что у нас этого нет. У нас нет подделок. Просто я подумала, что, может быть, они так таким решительным образом вообще решительным образом минимизировать вообще всю упаковку. И, может быть, они так упаковывают сейчас. То есть у них вообще нет никаких упаковок. Но нет, мне отписали, сказали, что у них нет подарочных пакетов, они их больше не кладут, как правило. Ну, опять же, от магазина в магазин. Например, если в каком-то магазине остались пакеты, да, то, скорее всего, они их складывают, все подарки в пакеты. Но сказал, как правило, мы уже этого не делаем. Но коробка есть всегда. А тут мне пришло без коробки. Ладно, что-то я, короче, про эту коробку очень сильно распространяюсь. Дальше. Что еще я купила? Я купила этот аромат, который вы знаете, который у меня есть, который у меня был, который у меня есть сейчас, который у меня был еще раньше. Я его очень люблю. Коробка шикарная. Это вот такие вот... это Dolce & Gabbana. Это Dolce & Gabbana. И вот это вот рисунок, это типичный рисунок на плитках майолика. В общем, это очень-очень красиво. Стоило это дело 59 евро 90 центов, вот здесь написано. Я купила на 50% была скидка, потому что мне этот аромат очень нравится. Это Light Blue от Dolce & Gabbana, ребята. Ничего здесь такого вау-вау-вау нет, но как бы это 25 мл, это 10 мл. И тот аромат одинаковый, то есть это не интенсивная версия, это... классическая, та самая классическая версия, которая в свое время произвела просто фурор. И, в общем, мое знакомство с этим ароматом началось со 100 мл, потом у меня еще была 1 сотка, потом у меня было 25 вот такие вот, и сейчас у меня опять есть соточка. Ну, еще были пробники. А это 10 мл, это такой типа travel формат. В общем, классная штука, очень-очень мне нравится. Тем более скидка была... хорошая, и поэтому я купила тот аромат, который знаю и люблю. Который знаю, что буду пользоваться им, несмотря ни на что, и уже очень-очень долго. Далее, я просматриваю здесь. У меня здесь все просто сложено, поэтому я буду отвлекаться. Далее, я вкину вам обзор под это видео на ароматы Ателье Колонь. Какое они имеют отношение, кстати, вот. Вот. Он весь мокрый. У меня сейчас вот здесь чуть-чуть мокрая рука. Какое они имеют отношение к этому всему? Когда я купила набор от Ателье Колонь, в котором было 4 вот таких вот мини-версии по 4 мл и одна версия 30 мл, я обнаружила... к сожалению своему, что три вот эти вот мини-версии, они протекают.
Причем протекаю так вот, знаете, ну, конкретно. Из четырех ароматов три протекают, один очень сильно, второй вообще не протекает, и два, ну, вот так вот средне. Здесь вот осталась половина, здесь осталось 2 миллилитра, при том, что этим ароматом я пользовалась, ну, наверное, ну, для видео еще один раз. То есть это все вытекает и испаряется. Я, естественно, о проблеме написала на тот сайт, где я это покупала, я сделала видео, ну, я не надеялась вообще ни на что. Они мне оценили ущерб мой, извинились, да еще так, знаете, прям совсем я не ждала на такое отношение. В общем, и они мне оценили ущерб в 33 евро. И сказали, вот тебе, пожалуйста, 33 евро, вот тебе, пожалуйста, купон, который год, нет, не год, что я говорю, 4 месяца действителен. Я им написала, не бойтесь, насчет действительности купона, я его сразу же потрачу. В общем, я потратила его. Я потратила, я купила две вещи, о которых я, естественно, вам расскажу. В принципе, вот это видео, оно должно было выйти сегодня. Потом я подумала, что я лучше вам расскажу. Просто вот такое, знаете, болтательное видео, которое можно просто сидеть, чаек посербывать, слушать и даже там что-то другое на компьютере делать. Я купила вот такой вот небольшой набор, реплика. Сейчас я вам ее покажу. Стоять на месте, не двигаться, пожалуйста, не падать. Короче, вот такой вот набор от Maison Martin Margiela. Я не могу его открыть. И здесь у меня два аромата. У меня By the Fireplace и Beach Walk. By the Fireplace и Beach Walk. Здесь они по 30 миллилитров, два аромата. Причем было два вот таких вот разных, два разных этих типа. Был еще один набор, в котором был Jazz Club, и второй аромат был Lazy Sunday Morning, точно. Я выбрала этот, и, в общем, я расскажу вам про эти ароматы. В подарок дали, еще там была промо-акция, вот такая вот Matcha Meditation, о котором я тоже вам расскажу все, что вам нужно о нем знать. В общем, по итогу этот аромат, кстати, он был по скидке, и купон действовал. В общем, я этот аромат, эти два аромата я купила по очень-очень-очень низкой цене, просто вообще шикардос. Ну, 30 миллилитров это довольно хорошая вещь, тем более что, ну ладно, я не буду забегать вперед, но я скажу, что By the Fireplace это такой очень специфический аромат. Я не думаю, что он прям уж многим нравится, особенно если вы человек с этой точки зрения не подготовленный и вы не очень такое вот копчененькое любите, копчененькое жареное. В ароматах. Дальше, что я еще купила? Я купила вот такую штуку от L'Oréal. Это вот такое дуо. Я хотела его, но я хотела тоник, на самом деле, тоник. Я как-то присматривалась на этот тоник, но у меня там есть какие-то тоники. Вот такой вот тоник, гликолевая кислота, 5% гликолевая кислота и арбузная еще какая-то там, арбузный экстракт. Вот. Стоил он 16,90, этот тоник, сам по себе. Я как-то думала, а ладно, у меня там еще есть всякие гликолевые, кислотные. Опять же, есть у меня вот такая вот штука от IFH, которую я пользуюсь. Я ею пользуюсь уже много лет. Я ее очень-очень люблю. И она у меня вот такой вот, знаете, стандартный, такой золотой стандарт вещей, которыми я пользуюсь. В общем, я подумала, а у меня там еще есть, у меня еще есть это, и есть еще одна новая в загашничке. Ожидает своего часа. В общем, не буду. И тут я увидела этот набор по скидке на 50%. В наборе вот этот тоник, который я хочу. Кстати, еще не пробовала. Надо попробовать. И еще вот такая вот умывалка. Это гелевая умывалка. Это оба полноразмерные продукта. Здесь 150 мл в тонике, 180 мл. И вышел этот набор мне 17,90 евро. Ну, я не знаю, вы увидите или нет, но вот здесь есть 17,90 на 50%, то есть за 9 евро. Мне этот
И этот набор вышел за два вот этих вот продукта. Короче, я очень-очень довольна вот этим вот набором. Я уверена, что мне понравится, потому что L'Oréal, уход от L'Oréal мне нравится, кстати. Вот вам, пожалуйста, у меня здесь просто стоит моя коробочка тех вещей, которые у меня стоят на столе, которые, если мне там надо как-то экстренно или там вечером или что-то такое, вот у меня есть такая штука от L'Oréal, ревиталифтный этот серум, замечательный. Даже волосы с вами согласны, со мной. Замечательная штука вообще от L'Oréal, у них вообще очень есть классные штуки, поэтому не снобьте этот бренд, это хороший бренд. Дальше, что я купила еще? Я вот сюда это все закидываю, окину своим глазом орлиным, все ли здесь, да, здесь все, закидываю вперед и дальше. Ходим дальше. Еще один набор, который тоже был на 50% скидки. И все в этом наборе, все я люблю, все мне нравится. Вы уже увидели, что это за бренд. Это Клиник. Это Клиник. И здесь три такие вот, на самом деле, четыре вещи. Одна. Интересно. А где еще одна? Короче. Одной вещи нет. Ау. В общем, мы займемся, прошу прощения, займемся поисками третьего карандаша потом. Но просто знаете, что он здесь есть. Это вот такие вот три карандаша. Один черный карандаш, один темно-синий и еще один коричневый карандаш от Clinique. И плюс еще вот такая вот тушь Clinique, которая High Impact Mascara, и я ее очень люблю. Она у меня была много раз. Сейчас у меня, кстати, тушь заканчивается уже. Тушь от Lancôme, гипноз Lancôme, тоже хорошая тушь. Это мне нравится очень-очень-очень. Короче, набор вот такой вот из этих четырех вещей. Одной еще нет. Вот здесь нарисовано, кстати. Что здесь? Четыре вещи. Стоил мне меньше, чем одна эта тушь по итогу. В общем, довольна я этим тоже. И еще одну вещь, которую я купила, которую я хочу вам рассказать. И здесь тоже такой, знаете, story time. Давайте я вот так вот сюда поставлю. Story time такой, потому что это тут много всего. Значит, адвент-календари. Когда на адвент-календари начались скидки, ровно-ровно сменился день, сменился последний день ноября и начался первый день декабря на том сайте и в магазине, от которого я золотой клиент. И не только, кстати, в Стокмане тоже. У них все адвент-календари начали стоить на 50% меньше. Я кое-что купила, и на кое-что я, так знаете, поглядывала. Я поглядывала, в частности, на два календаря, на календарь Yves Saint Laurent, но он стоил довольно дорого, и он стоил прям вот реально дорого, поэтому я его решила не брать. И второй календарь тоже он мне очень понравился, но тоже я думаю, не буду я его брать, вот. Но если вдруг он будет по скидке на 70%, я его возьму 100%. Так вот, когда начались скидки для золотых клиентов на день раньше, чем для всех остальных, я посмотрела первым делом в адвент-календаре, что же там есть. И, о чудо, там был этот календарь, который я хотела, и он был на 70% скидки, поэтому я ему сказала: «Стрибаю кошек». Кто не понял, прыгай в корзинку. И, в общем, в корзинку он прыгнул, и я его сразу же отнесла на чекаут, потому что просто побоялась, что его разберут, потому что разбирают действительно очень-очень быстро. Вот, ну, на самом деле, если вы будете сидеть, долго думать, чаёчек пить, там, рассуждать, надо, не надо, то у вас из-под носа все это дело заберут. В общем, что я купила? Какой я купила календарь? Мы не будем с вами предаваться обычным раскрытие календарным экзерсисом, потому что это все будет долго. Тем более, что я это все раскрыла, и все, но у меня уже здесь стоит. Кстати, к
Кстати, вопрос на засыпку тем людям, кто не из Скандинавии вообще. Из чего сделана вот эта хрень? Скажите мне, какие у вас есть эти задумки? Расскажите мне. Я вам скажу, из чего. Просто вот 5 минут вам на раздумье. Пока я вам подниму этот календарь, пока я вам покажу этот календарь. И, в общем, вот такой вот календарь. Огромный, огромный календарь от магазина Kicks. Kicks — это наша альтернатива. Короче, вот такой вот. Огромный календарь. Огромный календарь Kicks. Это наша альтернатива Sephora. Ну, скандинавская, короче, альтернатива Sephora. Там примерно те же самые все бренды, конечно, Sephora больше, но там тоже очень-очень много всего. Плюс идет еще большой упор на именно скандинавские бренды, на нордические. В общем, много всего очень классного, очень интересного. Короче, купила я этот календарь, он мне тоже пришел очень-очень быстро, и сейчас я с вами разберу, что же здесь есть и из чего сделана эта штука. Эта штука сделана из пачек кофе. Пачек кофе, которые потом все это промыто, высушено, сложено и вот так вот сплетено. Совершенно прекрасная штука. Люди, я понимаю, как это звучит, и многие, может быть, скажут: о, ну что это такое? Но на самом деле, вот я не знаю, в Финляндии этого полно. Много очень людей ходят даже с котомочками, такими сумочками, такими вот плетеными. У меня вот эта штука есть. Я не знаю, сколько ей лет, ребят. Вот слушайте, ей лет, наверное, 15, не меньше. Она просто выдержит. Ну, может быть, слона нет, слон большой, он сюда не поместится. Но если бы слона можно было сжать, оставив при этом его вес, то вот слон бы сюда, слон бы даже как бы это сказать, вот это дно, оно бы даже не провисло. Вот эта вещь, она держит просто очень много всего. Ладно, короче говоря, давайте начинать. Начинаем мы с вот таких вот капсул. Капсулы гиалуроновая кислота, керамидная от Элизабет Арден. Здесь 8 капсул. Вот в этом календаре. То есть я, естественно, буду все это делать не по тому, как это все шло, в каком дне, потому что я этого не помню, мне это не интересно. Хочу вам просто показать, что все, что в наборе было. При том, что набор стоил 149 евро, но наполнение было, по-моему, на 300. Сначала было на 50% это все, а потом я купила на 70%. Я заплатила за этот адвент-календарь 44 евро с какими-то там центами. 44,60 или 44,10, что-то такое. Короче, 45 евро. Следующая вещь, и вот здесь есть некоторые бренды, которые я обожаю. Вот, кстати, опять же, из той же моей коробочки. Я вам уже неоднократно рассказывала про бренд, который называется Monsoon. Это шведский бренд, и он был изначально сделан как бренд для спа-отелей. И он так понравился людям, что они сделали по заказу, сделали пробную серию и поставили ее в Kicks. И она просто разлетелась. Здесь реально все, во-первых, все вещи, все продукты, они работают. Они классные, у них очень классные запахи. Здесь, например, у меня Silky Smooth, это обычный крем для тела, и который раздробленный цитрус и хрустящая трава. Вот он пахнет именно так. Так, если бы взяли вот траву и туда немножко там цитрусов раздолбали, и на траву на эту положили. Вот так это пахнет. Это невероятно пахнет. Это был мой продукт. А то, что было в этом в наборе, это вот такой вот Warm Almonds и Delicate Blossom. В общем, теплый миндаль и деликатное, господи, как его, цветение. Значит, это боди-серум. Это серум для тела, то есть это такая вот жиденькая такая водичка, которая, тем не менее, питает. Это полноразмерная вещь. Здесь, наверное, миллилитров 200. Нет, 125 миллилитров. Это такой вот серум для тела. Потом Бриожио. Куда же без Бриожио? По-моему, его вообще во все календари во всем мире.
Don't Despair Repair, это просто маска, это маска для волос. Я от Brioche не в особом восторге, но получить вот такую маску, это, конечно, приятно. Здесь 59 мл, как я уже сказала, и здесь нужно держать 10 минут, ну, довольно много. Можно было сделать ее так вот, чтобы 5 и хватит. Вот такая штучка, это корейская штуковина от бренда Баджи, и это Glowy Cactus Extract. Короче, какой-то экстракт кактуса, сияющий экстракт кактуса. Это такая вот вода, я так понимаю, спрей для лица, который вы взбалтываете и потом пшикаете на лицо. Я не пробовала, как видите, оно все еще у меня дело запаяно. Вот эту вот вещь я попробовала, естественно, это Beauty Act. Кстати, тут, наверное, видно даже, что вот уже вот так вот я уже использую. А Beauty Act — это вообще личный бренд, личная марка вот магазина Kicks. Это 7% неоцинамид, тонер, который улучшает текстуру кожи. И здесь вот это все, оно сделано в Швеции, ну, в основном в Швеции, но некоторые штучки сделаны в Норвегии, ну, в общем, в Скандинавии. Что-то в Финляндии, ну, в общем, вот. Вот такая штуковина, очень-очень классный тоник. Дальше, Skin Treat. Skin Treat — это в Стокгольме сделана штучка. Зачем я это говорю, где это сделано? Это просто, это говорит о том, откуда этот бренд. Это просто обычный пептидный крем с экстрактом имбиря, кстати говоря. И, кстати, здесь 96,5% натуральных ингредиентов. Полноразмерный крем, очень приятно. Вот эта штука. У меня таких три. Ну, это третий. У меня таких две есть в постоянном использовании. И вот эта вот третья штуковина — это Redken. Это, в общем, 25 benefit и 25 вещей. Они обещают, что будут нам даны, если мы будем пользоваться вот этой вещью. Что вроде бы как он и защищает от воздействия окружающей среды. И он и защищает от фена, он придает текстуру, и он делает и то, и то, и то. Короче говоря, что я могу сказать? По-моему, он особо ничего не делает. Вот, ну, как бы, ну, волосы после него приятные, волосы после него не пачкаются, это плюс. Волосы после него, ну, нужно сказать, меньше, очень так конкретно меньше, процентов на 50 меньше спутываются, у меня очень быстро спутываются. То есть стоит мне выйти просто на улицу, в магазин за артишоками в воскресенье, в чем-то, где есть капюшон, и я выйду, у меня такой кубок потом на голове. То есть вот эта вещь, она действительно помогает. Но сказать так, что это просто панацея от всех проблем с волосами или ваши ответы на все мольбы о волосяным богам, ну, я не могу. Ну, приятно его получить в таком вот размере. Еще одна штука от Beauty Act — это такая вот маска с неоцинамидом тоже. В общем, обычная такая вот тканевая маска, что всегда приятно, потому что такие маски я, например, их использую. 6 не поскупились. Ну, по 2. Ну, то есть, как бы, 3 пары. 3 пары вот таких вот штучек, корейские штуки. Это патчи для глаз. Кстати, это тоже сделано в Корее, да, это тоже сделано в Корее. Патчи для глаз, которые нам обещают снизить припухлость глаз и уменьшить темные круги под глазами и освежить взгляд. Дальше, вот эту штуку вы знаете, я ею пользовалась уже очень много раз. Это Advanced Genifique от Lancôme. Если вы слышите какие-то звуки странные, это, да, это салюты. Даже, кстати, видно через шторы, что там запускает кто-то салют под окном. Ладно. В маленьком размере, здесь 7 мл, но, в принципе, знаете, для того, чтобы понять, нравится ли вам эта штука, прежде чем спустить на нее 100 плюс евро, это довольно-таки хорошо, действенно. Кстати, здесь та же самая история. Вот это вот Advanced Night Repair,
Здесь тоже 7 миллилитров, и прежде чем спустить на нее дофига денег, ее тоже очень приятно попробовать и решить, нужна вам она или нет. Вот эту штуку я ее отдам своей подруге, потому что она, я с ней встречалась на прошлой неделе, на этой неделе, и она мне говорит: слушай, я никогда не пробовала вот этот вот Sol de Janeiro, такой вот бразилиан бам-бам крем. Вот. Но так как я не знаю, понравился бы ей крем, то есть взять и подарить полную банку, ну, я не знаю, есть ли смысл. Потому что запах хороший. Я даже если я это открою, я все-таки не буду снимать всю штуку. Вот. Но запах я этот знаю прекрасно, он мне нравится. Но я знаю тех людей, которым этот запах не нравится абсолютно, потому что он очень сладкий, он очень приторный, он очень от него как-то раскалывается голова. В общем, все 133 неудовольствия. Так вот, поэтому я вот эту вот мини-версию, в которой, наверное, грамм 20-25. Сколько здесь в тебе грамм? 25 миллилитров. Я отдам ей, и она попробует. И сама уже решит. В общем, этот крем, он обещает, что вот кожа попы, потому что бам-бам это попа на португальском, в Бразилии так это говорят. В общем, она подтягивает кожу попы. Но более того, она еще очень хорошо пахнет, эта штука. Мне запах нравится, да. Следующая вещь, и это уже, ну, знаете, это классика такая, потому что вот она у меня тоже уже была. Это Beauty Flash Balm, это бальзам от Clarins, 30 миллилитров. Это очень хороший размер, потому что полный размер, пардон, пит-стоп. Это 50 миллилитров, а здесь все-таки 30, то есть тут тоже можно понять, в общем, нравится или нет. Здесь еще такой... ну, еще QR-код есть, чтобы сразу же вас отправили на сайт, и вы могли купить. Поэтому 30 миллилитров вот этой штуки, она действует как, в общем-то, экспресс-средство, которое делает вашу кожу красивой. Если у вас какое-то ответственное мероприятие или там еще там что-то, вам вот это вот нужно нанести под макияж, и вот кожа у вас будет просто вся... красивая. Вот эта вещь тоже очень, вот этого очень много я использовала, но это всегда приятная штука. Это 30 миллилитров крема для рук от Nuxe. Их вот эта вот самая известная серия с медом. У меня очень много всего было от этой серии, она хорошая эта серия. Запах, нужно сказать, чувствуется очень. Поэтому не все люди ее любят, но я люблю. Еще одна вещь. Это тоже вещь, которую все знают. Это Kiehl's Creamy Eye Treatment. Это крем для глаз с авокадо. Вот. Мы уже подходим к концу. Здесь вот такая вот штука Confidence in a Cream от It Cosmetics. Я не очень люблю этот бренд, я не очень им прониклась. В общем, ну... Попробуем. Вот такая маска от Origins, маска с женьшенем, 15 миллилитров. Кстати, ну это неплохой размер, потому что все-таки 15 миллилитров для маски это неплохо. Это, ну, раза на 3, если так экономить. Если не экономить, если с декольте, то тогда на 2 раза вполне хватит. Кстати, я думаю, вы слышите, что у меня садится голос. Так, SkinTreat. SkinTreat это тоже, кстати, в Швеции сделано. Это шведский бренд. И вот эта вещь, я ее не видела. Я ею не пользовалась еще, потому что я хотела вам это все показать, перед тем всем этим пользоваться. Так вот. Извините. Это отшелушивающий кислотный бальзам для ног. То есть это вот то же самое. Здесь 10% кислот. pH здесь 3,8. 10% кислот. pH 3,8. Это прекрасная вещь. Это, в принципе,
маска для ног, но только вот в таком формате. Это не такая вот маска, знаете, такие носки, которые вы надеваете, час держите, и потом это все дело отшелушивает, потом медленно-медленно-медленно. Это вот вы намазали кремом, надели носочки, в принципе, то же самое. Но не нужно смывать это все дело. То есть вы намазали и оставили, а потом уже утром покупались. Значит, что здесь за запах? Интересный, кстати, запах. Немного есть запаха зеленых ботанических нот и ванили, и весеннего дождя. Запах весеннего дождя. Слушайте, это выглядит как обычный крем. Запах очень-очень тонкий, приятный, приятный запах. Нет вот этого, знаете, кислотного такого, кислого-кислого запаха. Вот, еще раз, SkinTreat. От SkinTreat же полноразмерная вещь. Это вот такая вот Hydra Infused Face Elixir. И это эликсир, который с гиалуроновой кислотой, с коллагеном. И 98% натуральные компоненты. Здесь алоэ вера и помело. В общем, это я тоже кому-нибудь придарю, кстати говоря, потому что мне всегда приятно, когда люди, которые никогда не пробовали эти бренды, что они попробуют что-то. Ну, я еще не знаю, кому я это придарю. Может быть, я это оставлю себе. Может быть, я это подарю кому-нибудь из друзей, а может быть, кому-нибудь из семьи. В общем, ну, посмотрю. И еще несколько продуктов. Вот это вот полноразмерная версия Beauty Act. Это крем, обычный крем для лица. 50 мл, кстати. Это увлажняющий крем, который легкий крем, который придает сияние коже. Это крем-праймер, крем-увлажняющий. То есть его нужно наносить под макияж с витамином С. Вот так. Очень-очень-очень приятно. Наверное, я его оставлю себе. Вот такая вот маленькая версия. Конечно, для календаря как-то это было как-то слишком как-то мало. Blue Therapy от Bioterm. Но они, кстати, извинились. На сайте, когда этот календарь вышел и когда он начал продаваться, где-то через неделю прошло сообщение о том, что они должны были вложить в календарь 15 мл, но вложили 5. Поэтому они дарят 30% скидку всем, кто купил календарь, и всем, кто его купит, на любой продукт от Bioderm. Что неплохо. Следующие три продукта, и мы закончили. Следующие три продукта. Первый – это Filorga Oxygen Glow. Я довольно долгое время использовала Oxygen Glow Tonic. Очень мне нравится. Вот кремы, вот этого всего я не пользовала, не знаю, но очень было бы интересно попробовать. И еще одна штука от Beauty Act. Вот эта вот штука очень интересная. Это витамин Е, это бальзам, который очищает кожу, это бальзам, который растает так вот у вас на коже, потом вы его смоете, и будет все замечательно. Смотрите, как он классно выглядит. Это тоже Beauty Act, и он сделан в Швеции. И последняя вещь, это вот такая штучка, это Nighttime Wonder. Я когда это увидела, думаю, о, это вот знаете, я всему рада. Всему, что здесь есть, но вот этим вещам я рада больше всего. Это вот этот вот крем для ног, и вот эта штука, это... Опять же, кстати, запах такой же, как и вот это, вот то, что я вам уже показывала до этого, с цитрусом и травой. И это маска для рук. Вы, значит, тут так и написано. Идите спать и просыпайтесь с гладкими и revitalized, то есть с такими, знаете, обновленными руками. В общем, это штучка, которая действует ночью. Мультитаскинг, то есть она выполняет много всяких заданий. Она очень хорошо увлажняет, отшелушивает,
кожу и вообще ухаживают за вашей кожей. Это тоже полная размерная версия, я довольна ею тоже. В общем, короче, этим календарем я довольна тем, что здесь есть. И я считаю, что даже на 150 евро, если бы вы это купили, вы бы все равно сэкономили деньги, потому что, например, вот эта штука, ее цена, вот этой одной штуки, 125 миллилитров, она стоит 16 евро. То есть в любом случае у вас бы была экономия, да? Но, конечно, когда календарь стоит на 70% меньше, это еще приятнее. Вот, я сейчас своим еще раз своим орлиным глазом окину все, что у меня здесь есть. Да, это все. Больше я ничего не купила. Что бы я хотела из того, что я не купила? Я бы еще посмотрела некоторые подарки, вот такие подарочные наборы ароматов. Но я ничего интересного не видела. Подарочный набор, на который я нацелилась, его не было по скидкам, к сожалению. Если бы он был, я бы его купила. Вот. Так что пишите мне, что вы купили, что вы хотели купить, что вы... Что вам понравилось, кстати, из того, что показала я? И напишите мне, пожалуйста, знаете ли вы Тутти Киви? Напишите. Мне так интересно. А давайте я еще раз ее напшикаюсь, потому что я сижу вся вот в этом Тутти Киви. Вот. И... Ох, мне нравится. Ну, киви здесь, конечно, чувствуется. Чуть-чуть есть. Но, знаете, в основном это, конечно, зелень. Это зелень, это цитрусы, это вот такая вот весна, но не цветочная весна. Весна — это весна, например, вот закройте глаза, и вот альпийские поля зеленые, там, где, знаете, домишки такие, коровки пасутся, и вот зелень-зелень. Там цветы там есть, но их там не так много. В общем, классный запах, реально классный. А цена просто... замечательная. Ну, собственно, я довольна всем. Я довольна и этим, я довольна этим жасмином самбаком, я довольна, естественно, и бабой, всем-всем-всем. И вот я уже не буду лезть за ними, они у меня лежат через стол, вот эти вот репликой всеми вещами я довольна. В общем, возможно, если будут еще большие скидки, я возьму себе еще один Джо Малоун. Вот эту вот Ангелику, если он еще есть в магазине. Но я думаю, вряд ли, потому что все-таки на 50% Джо Малоун это хорошая вещь, поэтому его очень сильно и очень быстро так раскупили. Вот, естественно. Естественно, как я могла забыть о красивейшем моем Light Blue от Dolce & Gabbana. Тоже очень красивый аромат. Очень красивая коробка с этими, с майоликами этими. Вот. Это все. Я благодарю вас за внимание. 52 минуты. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно вам интересно. Если у вас есть какие-то комментарии, пишите. Я буду читать, я буду отвечать. Я вас обнимаю, целую всех. Всем пока.